Сгорел дом, а снять его с учета БТИ без полного сноса не получается. С просьбой помочь в этом вопросе к главе округа пришла Мария Серова. После изучения проблемы поручение Волошина заявительнице помочь в недельный срок, а после отчитаться ему лично. А вот жителям 30-го дома на Первомайской во дворе не хватает детской площадки. И горячая вода из крана в любое время года еле дотягивает до 30-40 градусов. Ситуация возмутительная и требует немедленного решения, заявил глава. Разбирайтесь завтра и мне доложите, пока я тут нахожусь в районе. Что там произойдет и как быстро, это секундное дело там все поменять. Значит, поставьте тот прибор, который будет и не за счет жителей, ну то есть там, чтобы вы не будете переставлять потом на людей эти платежки, чтобы вы не выставили, я вас предупреждаю. А детская площадка во дворе этого дома должна появиться не позднее 1 октября. Качество работ Волошин будет проверять лично. Жители Ферсановки пожаловались на работу местного ДК. Дом культуры мероприятия сейчас практически не проводят. Все чаще они выезжают в другие микрорайоны, даже на левый берег. Поручение Волошина возобновить работу и проводить все мероприятия согласно плану. Это дом культуры Ферсановка. И он первое должен это администрировать Ферсановку. И все вопросы закрывать по Ферсановке. И если у него по Ферсановке есть время заниматься это, левый берег, еще куда-то, он может этим заниматься. Отметим, прием химчан в Сходне глава округа проводит ежедневно вместе с другими представителями администрации. Здесь же они продолжат работу и на следующей неделе.